12 апреля 2017 года в выставочном пространстве Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования в рамках проекта «Творческий Олимп» кафедры культурологического образования открылась выставка акварельно-графических работ «Атлас мифов» Фанталова Алексея Николаевича. «Творческий Олимп» цикл позволяет сделать персональные выставки отдельных школ, отдельных изо-студий и учителей-художников. А сегодня у нас, конечно, особенная выставка, потому что мы представляем художественные работы нашего коллеги из кафедры педагогики семьи. Кафедра культурологического образования, которая занимается выставочной деятельностью, сотрудничает со многими кафедрами. И вот такая выставка у нас первый раз. Поэтому она знаковая такая. Надеюсь, что будет и последняя. Открыл выставку академик РАО, доктор педагогических наук, профессор Риан Артур Александрович, председатель научно-координационного совета Российской академии образования по вопросам семьи и детства. Заслуженный деятель науки Российской Федерации. Представляю выставку своих работ выборочно, которые я сделал на сюжеты мировой мифологии. Алексей Николаевич Фанталов – художник и ученый-культуролог, преподаватель кафедры педагогики семьи Института детства Академии. Его преподаваемые дисциплины – арт-технологии выздоровительной профилактики и коррекции в школе, художественное образование ребенка, детское творчество в информационной среде. Я тоже искал свою тему в искусстве и нашел мифологию, потому что, что может быть более глубокого с точки зрения образов и каких-то смысловых сюжетов. Алексей Николаевич Фанталов окончил Ленинградское художественное училище имени Серова, ныне художественное училище имени Рериха. А в 1998 году факультет ИЗО Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Я постарался в цикле этих работ выразить наиболее характерные черты мифологии. Вот, например, если говорить о древнеславянских мифах и славянском фольклоре, то он характеризуется связью с природой, силами природных стихий: солнце, ветер, небо, вода, лес. Хочу представить работу «Дождьбог». Это как бы бог белого света у древних славян, добра, блага и прародитель русского народа. Также вот есть картина «Лада». Это богиня любви, весны и брака. Ей посвящались хороводы и костры. Картина «Макош» – это богиня плодородия, изобилия, мать сыра земля, как говорили о ней. Большие и планы и у нашей кафедры, и у Алексея Николаевича, соответственно, тоже. И эта выставка, в общем-то, подтверждение тех разнообразных талантов, которые сегодня у специалистов нашей кафедры есть.